Українські кіномани і театрали влаштували бойкот російському акторові та священнику. От ти кажеш, не можуть та священники благословляти на війну. А я кажу, що можуть, тому що Охлобистін, він через всі ці події навіть скасував виставу. Він був змушений це зробити, тому що був винен. Та. А чому був винен? Це через свої гучні заяви в бік України. Та. Актор тоді закликав, аби Путін увів війська до Одеси. Так, та він навіть молився за перемогу. В російської зброї, та ну як таке можна? Можливо, я не уявляю. Ну цікаво, чи не вплинув конфлікт між державами на простих заробітчан? Як думаєш? Я не знаю, але точно знаєш, чому провели експеримент і чим зміг наш працьовитий Саша Джусупов знайти роботу в російській столиці. Дивіться абзац у Москві. Сначала бойкот украинским конфетам, а теперь и нашим зарубежчанам. Поговаривают, что Белокаменная в связи с революционными событиями наотрез отказывается брать на работу наших соотечественников. Я решил проверить, так ли это на самом деле. Вооружаюсь телефоном и отправляюсь на поиски. Ну что ж, мой эксперимент начинается. Я попробую сейчас реализовать свою московскую мечту и найти какую-нибудь вакансию. Попробую в трех направлениях. Первое – это строительство. Ресторанный бизнес и какую-нибудь торговую сеть. Начну с самого простого. Стройка. Здесь точно повезет. О, а вот и бригада рабочих. Сейчас попробую раздобыть работенку. Я строитель по образованию. Конечно, начинать можно с разнорабочего. Так, бригадир заинтересовался. Но... У меня просто украинский паспорт. Это... Украинцев вы не берете? Государственный. А вообще вакансии есть, да? Конечно. Тем более специалист. Только за. Единственный вопрос только в паспорте, да? Да. Но для некоторых наших соотечественников, оказывается, есть исключение. Вот, крымчан, березка, они паспорт получили. Ну, не судьба мне поработать строителем в Москве. Начальники не разрешают. А я что? Я не в обиде. Пойду искать дальше. О, ресторанчик с объявлением. Ищут официантов. Попробуем. Исходя из практики, если с паспортом в районе, есть вариант? Вот незадачка. Попытаю-ка я счастье в салоне мобильной связи. Может, хоть на этот раз получится. У меня гражданство Украины, паспорт украинский. Там могут не взять, да? Не берут, по-моему. Беларусь точно не берут. Белорусов берут? Да. Ну, вот, собственно, вот такая ситуация. К сожалению, если у вас украинский паспорт, работу очень сложно найти. Если вы крымчанин, конечно, уже получили российское гражданство, то милости просим. А с украинским паспортом вход воспрещен. Может, это только мне так не везет? Пришло время сходить к профессионалам в рекрутинговое агентство. Ну, изменилось ли отношение к украинцам? И вот процент отказов украинским гражданам не повысился ли? Нет, абсолютно не изменилось, во всяком случае. От работодателей я таких замечаний не слышала, не видела. Неожиданно. Но почему же тогда на мой паспорт так жестко реагировали? Попробую связаться с нашими, которые живут в Белокаменной. Они точно в курсе ситуации. Нахожу в соцсетях группу украинцев в Москве и пишу первому попавшемуся участнику. Когда контакт налажен, задаю сакраментальный вопрос. Так берут или не берут? С работой-то как раз большие проблемы. Причина – негласный закон не брать на работу граждан Украины. Работодатели часто не говорят причину отказа, но дают понять, что из-за гражданства Украины у них могут быть проблемы, и что всему причина – антиукраинская политика. Да уж, нелегко украинцам у соседей. Харьковчанин Максим живет в Москве уже 5 лет. За это время работу он искал не раз. У меня, допустим, был один момент, когда я искал новую работу. Я сразу там в резюме первой строкой написал «гражданин Украины», то есть чтобы меня лишний раз как бы не дергали. А то они там читают между, ну, так, поверхностно, приглашают, потом, ой, там в конце я уже потратил полдня своего времени, и там, ой, а вы, оказывается, украинец, вот не подходите. Но есть один секрет. Если вы готовы работать нелегально, то найти себе местечко будет гораздо проще. Но вы только подумайте, оно вам надо –